10 фильмов, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Фильм учит наслаждаться каждым прожитым днем. Порой приходится взглянуть на собственную жизнь глазами других людей. А это история о том, что нужно всегда верить в себя и что каждый достоин того, чтобы быть услышанным. История о том, как радоваться жизни, когда у тебя есть деньги и нет здоровья. Есть здоровье, но нет денег, а также о том, что нет смысла жалеть себя, нужно не падать духом и ценить то, что имеешь. Фильм заставляет задуматься о жизни, учит быть оптимистом до конца, верить в лучшее, идти к своей мечте, быть открытым для приключений и впечатлений, и самое главное – не бояться. Фильм учит тому, что стоит говорить правду, даже когда это нелегко, даже когда все вокруг этой правде еще не готовы, учит быть человеком. Кино, вскрывающее многие реальные проблемы обычных людей – одиночество, зависимость, непонимание, страх что-то изменить к лучшему. А здесь скрыт самый философский подтекст. Самые важные решения в жизни должны принимать только вы, а не ваши родители, окружающие или магический шарик с ответами. В жизни каждого человека бывают трудности, но только от него зависит, будет ли он винить судьбу и плыть по течению, или соберется силами и сделает рывок вперед. Этот фильм вдохновляет вас на новые необыкновенные подвиги, учит мечтать, поясняет, что мечтать не всегда плохо и, конечно же, толкает нас к совершенно необъяснимым действиям. Никогда не сдавайся, даже если кажется, что все пропало. Этот фильм – отличный пример того, как сочетание сильного желания и упорства в его достижении делают невозможное возможным.